Итак, ребята, Чёрт. это камбэк 960, и ставим мы все по шестой против Вовы Маск. Михайловского. Против чего? Против Вовы Михайловского. А, мне послушалось против каталонского. Ты даже знакомство с званиями дебюта в 960. Так, ну и как тебе еще? Нам нужно еще темп потратить. Один. Нельзя пускать их за на 6. Ну да, было бы печально. Можем уже рокировку сделать. Как нет? Почему? Или сейчас как она выглядит? Ну, короля куда-то там. Попробуй. Может провоцировать c4, потом идти обратно? Ты думаешь, это нужная идея? Или вообще на a4 уйти куда-то. Пусть постоит там. Ваша идея в том, что Вова хочет длинную рокировку, это его любимый план. Он как-то очень хорошо чувствует, когда ее можно удобно сделать, а когда нет. Ну, я думаю, может вообще не рокировать, сыграть какой-нибудь d7, потом b5 и начать какую-то матовую атаку. Давай b5. Порадостней, что скажешь? Почему его не извлекает вот из уже 6 в 6 и Да, не 6? нравится. Вова сначала получает хуже в этом дебюте, а потом начинает меня переигрывать. Это же вызывает некоторую печаль, если честно. Так, ну и ладью на b4 закинули. Так, Четыре? конечно. Че он задумал? Подожди. Че, он зевнул, по-моему. Не думаю. Хотя может быть зевнул. Так а как играть-то? Не знаю. Ладья c3, что ли, какой-то. Ладья c3 это не ход, это... Так. И так. Стоп. Можем же взять на А2. ЦБ, ферзь b4, брат, имеешь в виду? Ну да. Можно, там он даже ферзь a4 сыграет, и мы ничего не получим особенного. Вывод какой из этого? Никогда не думайте, что Вова зевнул. Ладно, играем так, на самом деле ничего страшного не произошло. Ну, те же угрозы сохранились. Не, ну конь сейчас уйдет, просто какие угрозы. Уйдет, мы проломим здесь все сейчас. Давай, расскажи мне, как Да мы будем. нахер вообще. Ну, 3-0 или 2-0. Делаем рокировку. Ладью, ладью, поставь поленица. Она сделана уже, рокировка. Нет. Да. Ты вот еще не делал ее. Как не делал? Делал. Нет. Все сделано, будет так же. А, ты пишу, она туда делается. Да. Я до сих пор не говорю, Я плавно. тоже, я тоже. Попробуй перенести вот короля с ладьей, попробуй поменять Да, ну просто. король на g8 будет стоять. Там ферзь сейчас стоит. Это я знаю точно, что король на g8 будет стоять. Все, коня на d3 тащи. Потом сейчас белые гребут опять. По-моему, сейчас черные грибут. c4 было явно лишнее движение. Ну ничего, для камбэка сойдет. Ну, шах дал. Где какой шах? Конь d3, что ли? Да не. А лучше так. Какой идеи? Ну да, конем брать. Да, сейчас Вов собирается выбить на c5, но может быть он недооценивает тут варианте силы нашего слона. Вот этого. Слон-то на d4 сейчас пойдет. Так может быть, или он реально недооценивает? Не знаю. Ого. Хочу какого-нибудь сразу. Давай так сыграем. Жертва? Да, слон e3 просто. Ну да. Что не жертва. Тут проучится ферзь за ладью и слона. Может быть, не знаю. Я думаю, что не будет Вова отдавать ферзя. Не будет проверять это. Нет, проверю. В чем задумка? Пешки типа. Вот Не они знаю. сейчас все упадут. Я вызывает сомнение эта идея. Еще так можно сыграть, а не забирать эти пешки. А, от Вова грамотно отошел. Тоже, конечно, здесь шах отсюда будет. Шах отсюда. Есть тут выигрыш сразу? Давайте, да. Довольно безграмотно сделал все. Забирать не в самой удачной редакции. Все равно должно быть выиграно или близко к выиграну. Так, d7 не боимся, да? Просто король заблокирует.
Все, повели пешку. И повели пешку. Мат один ход. Как начать? Дима, никак. Все, 2-0. Повтор. Надо теперь в обычный. Теперь в обычный приглашай. Да. Это типа ты отменил так? Нет, сейчас я выйду. Ой, я не успеваю, он слишком быстро.